По всей России проходят судебные процессы о признании геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Без срока давности. Преступления фашистов на фотографиях и в документах. Их детально можно изучить на выставке в Горках Десятых. Такие сейчас открываются в каждом регионе страны. Постоянно есть попытки наших западных партнеров к искажению истории. И мы через призму документов, подлинных документов осуждения военных преступлений рассказываем о том, как это было на самом деле. Дату открытия выбрали не случайно. 19 апреля 43-го начались громкие судебные процессы над фашистами. Фотографии и рассекреченные документы тех времен первыми увидели школьники. Поддерживали представители 11 стран – Австралии, Великобритании, Голландии, Индии, Канады, Китая. Знать историю своей страны считают обязательным. Восьмиклассница Александра – гость на выставках частый. Но именно эта экспозиция произвела особое впечатление. Делится она. Рассказать про то, как наши солдаты воевали за нашу страну, как 13 миллионов гражданских погибло на этой войне, как фашисты захватили психиатрическую больницу, как издевались над мирными людьми. Услышав страшные истории о нацистах, участник поискового отряда Тихон Порфирьев присоединился к акции «Мы помним», записал видеоролик и рассказал про немецкие преступления в Одинцовской деревне Полицы. Это был геноцид советского народа. Мы помним. Увидеть архивные документы на выставке можно до 7 мая. К празднованию Дня Победы экспозиция отправится на центральную площадь Одинцова. Олеся Лукина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».